гену зажарили. А потом включили воду. Вы посмотрите, человек вообще не смотрит на дорогу, потому что у него, блядь, покемон. Он ловит покемонов. Тебя чуть два раза, три раза машина не сбила. А, ладно. Все, закругляйся. Что вы такие грустные? Уставшие целый день. Махаем, кричим, болеем. Нормально не питаемся. Нага. Гол! Всем здорово, мы сегодня нарядные. Я в беленьком. Сделал себе салат. Алена в желтеньком. И мы идем на модельную вечеринку. Вот на это здание. Windsor Suit Hotel. Фулл пати, короче, будет. Модельные. Вот, мы идем первый раз. Как в первый класс. Да. В принципе, там вообще без разницы, кто там будет, что будет. Просто мы... Лично я иду как обозреватель такого мероприятия. Сейчас поднимемся. Посмотрим, что там. Кто там? Вроде как там должны еще и наливать бесплатно. Правильно? Да. Ты куда идти, знаешь? Не знаю, сейчас надо посмотреть. Короче, с 3 и до 9 можно там записаться в guest list. Отправляешь какому-то, ну, не агент, как, не знаю, кто это. Алена, он нашла где-то, в какой группе. Отправила наши имя, фамилии, нас записали. И вот сегодня суббота. Может быть, это по субботам все происходит, все мероприятие. Вот, сейчас будем купаться, веселиться. Может быть, даже выпьем, с кем-нибудь пообщаемся. Стопудово там есть русские будки, бомжары всякие, якобы модели. Ну, мы же знаем, что настоящие модели, они не ходят по таким тусовкам. Это так. Нужно же пользоваться тем, что тебе дают. Да. Вот это здание. Может быть, где-нибудь вот здесь вот будет. Thank you for you. Короче, тусуемся. И жрём. Сейчас кого-нибудь найдём нормального. Сделаем обзорчик маленький. Вот он, пати, no problem. Сейчас... как его зовут? Фредерико. Вот Фредерико. Мы сейчас, короче, намутили пивандре. Вот
этот чувак, походу, пригласил всех русских. Весело, веселуха. Еще бы солнышко, но солнышка нет. Лови! Все, я пошел купаться. Давай. Модель. За нас модель. Телефоном не пошел. Все уже, бухой. Бухай, мальчик. Сами. А у тебя вот непроницаемые. Короче, тем временем у нас пошел дождик. Мы мутили виски с колой, сидим, кайфуем. Здесь не хватает действительно моделей. Да. Это Рената. Это мой друг, это наш друг, да. Он действительно модель. Ренат, тебя не хватает здесь. Ты бы показал всем класс. Ренат, который обушает. Не поверит никто. Надо снять. A
few moments later. Короче, очень пухие. Говнище просто. Я никак его вообще не могу вытащить отсюда. Я даже не знаю, откуда у нее это, блядь, майонезная ведерко. Она алкашина, просто алкашина. Я не буду! Я не буду, блядь! Я не могу отказать! Ну ебать, там столько алкоголя! Как будто 70% алкоголя и, блядь, остальное все какой-то, не знаю, колокольчик! Looking for a friendly light.